Всем здарова, ребятки! С вами Фабиан, и сегодня мы с вами продолжим играть в Alien Isolation. В прошлый раз мы остановились на том, что... Думаю, на том, что я сдохла. Я не уверена. Но мы каждый раз останавливаемся на том, что я дохну. Поэтому продолжим с этого. И еще мой парень сказал мне, типа, ты что, тупица? У тебя же есть гребаный револьвер, почему ты им не пользуешься? И тут я такая подумала, а вправду же, господи. Я же могу стрелять этих проклятых мужиков револьвером. Так что давайте, я думаю, начнем. Так, это мы. Ой, отсюда. Он ест пока. Зачем я сюда забежала? Блин. Почему он труп не съел? Или он вообще не ест, он просто так жует и выплевывает. Петруша, что ж ты такой слюнявый-то, весь скользкий, склизкий. Кошмар противный. Пройти. Видимо, у меня один только вариант. Это выйти и пойти быстро туда, влево. Но это тоже хреновый вариант. О, откуда он? Где он? Он где-то шастает. Давайте я попробую пока что пройти по-быстрому, пока он шастает. Но он меня еще вот тут прям где-нибудь сожрет. Тихо, так. Я иду вот сюда. Иду. Иду, чужой, только не догоняй меня сейчас. Да почему, блядь, тварь? Все? Это нормально? Чё? Опачки! Это что сейчас было, вы видели? Чужой боится взрывов, что ли? Ни хрена, а что здесь вообще случилось? Какого черта? Цель спастись, просто спастись, короче. Надо херачить как можно дальше. Ой, говно. Давай, Рипли, ты ж красоточка, бежим. Так, тихо. Тихо, красоточка. Как дверь-то открыть? Ёп, почему она нет? Почему она заперта? Как открыть? Ага, вот тут есть какая-то проходинка. Так, мужик. Ладно, хрен с ним. Тут штуковина. Опачки. Вот такое говно. Баба-бах, короче. Я не понимаю, как здесь пройти. Здесь вообще нигде нет выхода. Просто уродство. Вот что это. Подождите. Это что, лестница? Падла. Ой, ты мразота. Мразотная тварь. Боже мой, как она тяжело лезет-то по ней, а? С ума сойти просто можно. Давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, давай, нормально там, подтягивайся. Будь мужиком, Рипли! Будь мужиком! Сейчас что-то отвалится, да? Нет? Да давай ты, а лезь, что орать-то зря? Ну, упали какие-то кусочки, господи. Ребята, я, кажется, пройду хоть микроскопический кусочек. Если это так, то это будет невероятно круто. Вот так все. Да блин! Ой, я чуть не пересрала. Давай лезь, ты сейчас сдохнешь от того, что тут тепло и дым, и вообще... Блин, хп-то отнимаются, да, по-моему. Да? Все, нет? Что? Как, куда ты вообще лезешь? Я не понимаю. Пойти направо. И еще раз прямо. Это что здесь? Куда мы лезем? Куда? Это не та, откуда я пришла. Надеюсь. Как? Я хочу посмотреть вниз. Блин, нельзя даже вниз посмотреть.
Да, как понять-то, это что такое за лестница? Откуда она взялась-то? Господи, это просто дичь какая-то. Это что такое здесь? Хлам лежит. Захламили все к чертовой матери. Так, здесь стена, понятно. Ок, чё? Ой, провалилась. Блин, ребята, мне очень нужна сохранка. Просто нереально. Очень сильно нужна сохранка. Ладно, мы дошли до какого-то лифта. И в ловушке вы получили приз. Цель обновлена. Цель Six and Synthetics. Ребята, мы прошли микроскопический кусочек. Судя по всему, это одна глава. Я не знаю, ну потому что это просто какая-то жесть. Ой, я в невероятной жопе. Я очень надеюсь, что сейчас возле лифта будет сохранка хоть где-нибудь. Так. Ой, как все не прогрузилось. Классно, смотрите. Обнаружена неисправность. Выключение. Сохранки нет. Ее просто нет, вы понимаете? Нету рядом с лифтом ее. Найти запасной лифт. Ребята, ну это жесть. Вы не представляете себе, как это ужасно. Так, тут кишка. Пойдем по кишке. Ну, блин, просто ад какой-то. Я не понимаю, как можно это пройти. Где там твой фонарь, блин? Включи его. Пойдем. Просто жесть. Клей возьми. Это невозможно. Что здесь еще? Сенсор, блин. У меня нет места ни на что. Господи, я опять в какой-то жопе. Зачем я сюда лезу? Я же... Что это вообще? Где я? Что это такое? Это что такое лежит? Фаер. Ну давай возьмем. Только что он мне даст-то? О, ребята. Невозможно. Мне нужна сохранка. Сохранка вообще единственное, что мне нужно, по-моему, в этой игре. Все херня ненужная. Бесполезное говно. Хлам возьмем. Давай упадем здесь. Где-то слышу. Деталей не хватает. Будем чинить. Ёптать, сохраночка! Найти Неисправно. чего? Требуется ремонт. Да. Нам нужно найти цилиндр сжатия для лифта. И, ребятки, сегодня мы с вами на этом остановимся, потому что я понимаю просто, что у меня сейчас бомбанет с такой силой, что Сонька вылетит в окно вместе со мной, мне кажется. И вместе со всей остальной аппаратурой, потому что это просто нереально. Я не продвинулась практически ни насколько. И очень долго все это делала. Короче, я просто невероятно тупая. Я вот сейчас только это осознала, видимо, окончательно. В общем, если вам понравилось, то ставьте лайки. Что? Кому это вообще может понравиться? Господи, о чем я говорю? Просто, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и друзьям еще рассказывайте, и вступайте в группу ВКонтакте. Там прикольно, и я там предупреждаю, когда выйдут видосы и прочее, и прочее, и прочее. Вот, и, короче... Зачем я говорю «и короче»? Спасибо всем огромное за просмотр. С вами была Фабиан. Счастливо!